Прежде всего, я хотел бы предложить мои смиренные, бесчисленные дандават пранамы лотосным стопам моего духовного учителя Нитилу Правишна. Вчера мы слушали седьмую песню Шримад Бхагаватам, которая повествует про Прахладачаритру. Седьмая песня называется «Ути», имеет значение того, что имеются хорошие и плохие желания. Заключает в себе, что такое хорошее желание, которое приходит в сердце, когда преданные проливают особую милость. И поэтому, когда Харигуру и Вайшнавы, когда духовный учитель недоволен нашим служением, И в этот момент даже вот эти материальные представления, этот плен Майи, он не может быть разрушен. Точно так же, как Шри Прахлада Махарадж, он обрел особое благословение, особую милость Шри Нарада Риши. Что означает Прахлад? Прахлад — это означает тот, кто находится в состоянии счастливого блаженства. И Шри Прахлад Махарадж, который он завоевал три мира с помощью своего бесстрашия. И даже величайший из всех демонов, сам Хираньякашипу, он был не в состоянии противостоять бесстрашию Шри Прахлада Махараджа. Поэтому Откуда обрел ты это могущество, Хираньякашипу, спросил Шри Прахлада Махараджа. Я получил это могущество из того же самого источника, что и ты получил. Откуда исходит этот источник? Но просто ты не можешь на самом деле поверить, что есть источник беспричинной милости, которая по желанию Господа происходит, что сам Господь без его желания даже листочек не пошевелится на дереве. Поэтому Шри Прахлад означается, это тот, который постоянно испытывает экстатическое состояние счастья. Как Чатурасана, эти четверо комаров, которые прокляли Джая и Виджая, и они пали в материальный мир. Когда тот, кто занимается бхакти, этот маргом, который полностью усыпан этими лепесточками цветов. И этот путь, но на самом деле, это не такой простой путь, как может показаться, как Чихридас Такур. Он является Прахладом и Брахма. Это комбинированная форма. Это сам Харидас Такур, который был избит на 22 базарных площадях. И его тело было настолько истерзано. Но Господь настолько милостлив. Он всегда
Он всегда считал, что Господь даровал мне совсем маленькое наказание, и я этого заслуживаю. Шри Харидаса Такур так считал, что это является последствием его оскорблений или что-то того, что он совершал неправильным образом. И это маленькое наказание, которое пришло, он принял это как особую милость Господа. Точно так же, как если в жизни преданного приходят какие-то проблемы, очень легко преданный может уклониться с пути бхакти, оставить повторение святого имени, он оставит свою малу, лишь под предлогом, что к его жизни приходят проблемы. Но он никогда не оставит принятие пищи, воды, и также общаясь в пустых мирских разговорах. Почему? Потому что тот, кто действительно серьезно занимается духовной жизнью, всегда придут проблемы, препятствия, осложнения. Но ни за что и никогда вы не должны оставлять садхана бхаджан. Мой гурудев всегда говорил, что любым образом, хотя бы одну жизнь, а в особенности брахмачарьям, он говорил, одну жизнь вы должны, по крайней мере, одну жизнь вы должны посвятить совершению бхаджана, лотосным стопам Господа, совершать преданное служение. И даже после, когда приходят проблемы, не должны оставлять Бхагават Бхаджан. Это были последние слова Шилы Прабхупада, Шишимад Бхакти Сансарасати Прабхупада. Вот в этом стихе, который объясняет, что является, когда приходят проблемы, вы никогда не должны никого винить. Вы должны думать, что любую деятельность, все, что реакция, которая приходит к вам, это, например, как семя, которое посадили. Из этого семени вырастет дерево, а на дереве появится манго. А если посадите какое-то другое семя, карелла, вы только сможете кареллу обрести. Точно так же, все, что приходит в вашу жизнь, вы должны никого винить, вы должны знать, что это семя вы посадили в прошлое своего воплощения. Сейчас вы пожинаете плоды своих собственных деяний. И это произошло в прошлом. А сейчас все реакции, которые приходят ко мне, я сам виноват в этом. И это не должно отражаться на моем садхане бхаджане. И таким образом, тот, кто таким образом размышляет, он никогда не оставит садхана бхаджан. Он будет считать, что, как, например, если вы в состоянии совершать бхакти, то тогда в вашей жизни Шри Бхагаван, который является Акила Расамрита Мурти, он переполнен счастьем и блаженством. Он дарует это блаженство в вашей жизни через бхакти. Но если вы оставите бхакти, путь бхакти где-то на середине, каким же образом вы сможете достичь конечной цели, испытать экзотическое состояние любви, настроение преданного служения, лотосы стопам Господа. Есть также объяснение в этой шлоке. Теперь кто-то подумает, что я хочу стать саду, я хочу стать преданным. Очень сильное настойчивое желание в сердце, когда тот, кто слушает наставление, которое дал Шри Чайтанья Махапрабху Шикшаштакам, он находится в сомнении. Почему? Почему? Мы должны следовать четырем принципам. Тринатаписа Мичина, Тарураписа Хишнаната. Это стать терпеливее дерева и смирение травинки. Вы знаете, даже более чем смирение, чем травинка, потому что если вы наступите на травинку, через некоторое время она поднимется.
это смирение, говорит о том, что есть травинка, она также обладает ложным эгом, поэтому быть более смирение, чем травинка. И также терпеливее дерево, которое, несмотря ни на что, она все равно дает плоды, фрукты, и все она дает для других, ничего не оставляет для себя. И также давать почтение правильным образом всем вайшнавам, преданным, ничего не желая взамен, никакого уважения, почтения, и постоянно в таком настроении повторять святое имя. Поэтому кто в состоянии терпеть, так сказать, все перипетии судьбы, он может остаться на пути бхакти. Но тот, кто не в состоянии выдержать определенных экзаменов, которые приходят в жизни, то они могут оставить. Поэтому никогда, никогда не оставляйте путь чистой преданности и повторяйте святые имена. Хотя бы одну единственную жизнь отдайте на служение Хари Гуру и Вайшнавам. Сегодня Шинарасимха Аперинсдэй, день явления Господа Шинарасимха Дева. Мой Гурудев часто говорил о Шри Прахладе Махараджа. Каким образом он обрел бхакти в таком юном возрасте. И мой Гурудев рассказывал предыдущую жизнь Шри Прахлада Махараджа, который в прошлой жизни был браманом. Он принадлежал очень хорошей семье. Но его привязанность он обрел к девушке легкого поведения. И когда он очень привязался, он имел очень красивую, целомудренную жену в доме. Но из-за того, что он был привязан к этой женщине легкого поведения, и он все отдавал. Вы знаете, как природа этих женщин легкого поведения. Они заинтересовались только когда есть деньги, и им платят. Но браман, он всегда беспокоился. У него уже не было больше денег, потому что он уже отдал все. И однажды он пришел к ней совершенно с пустыми руками. Вы знаете, когда человек богат, все спрашивают, как дела, а когда он становится нищим, тут его могут спросить, кто ты такой. Точно так же эта девушка легкого поведения сказала, когда она узнала, что у него нет денег, она сказала ему, упирайся прочь, ты пришел с пустыми руками ко мне, как ты посмел? Тогда браман подумал. Я уже отдал все свое богатство, что я имел, которое принадлежало моей семье. Я все отдала. Теперь он оскорбляет меня. Только один раз я пришел, ничего не имея. Как теперь я вернусь в свой дом? И он испытывал большую печаль и был очень расстроен. И поэтому он пошел в джунгли. Он не знал в тот самый момент, что это день Нарасимха, как раз Дева, был день явления. Он не знал об этом. Он не знал о том, что такой праздник в этот день. Но Нарасимха Бхагаван настолько милостлив, что этот случай произошел утром. Потому что эта женщина, она говорила очень оскорбительные слова, но потом она также не могла позабыть того, что она совершила. А он также думал о ней постоянно. Он подумал, я отдал ей все, а сегодня я пришел с пустыми руками. Он шел по джунглям, по лесу, и постоянно думал. И он пришел в храм, он не знал, уже это дело к вечеру шло. И он пришел в храм, он не знал, что этот храм принадлежит Шинарасимха Деву. Но в этот момент эта женщина, она тоже испытывала некоторое беспокойство. Ведь он же мне и так все отдал, а я и сегодня... Сегодня он пришел ни с чем, и я так поступила с ним. Я в действительности была не совсем не права. И она также начала искать этого брамана о большом беспокойстве. И она не знала, что он находится в храме. Она также пошла в джунгли, и она пришла в тот же самый храм. Они находились в одном и том же храме, только он находился в одном углу, она в другом. Они не знали об этом. И они оба не принимали никакой пищи с самого утра. И всю ночь они не спали и также ничего не принимали. Они постелись.
также настолько милостлив, что Нарасимха Бхагаван настолько беспричинно милостлив, что совершенно без всякого умысла, когда они увидели, они не видели друг друга утром, как мой Гурудев объяснял, как они совершенно бессознательно следовали Чатурдаши, постились, находясь в храме Нарасимхадева. И в следующем своем воплощении, из-за того, что этот браман совершил всего лишь один день, он постился, Шри Нарасимхадев дал ему такую особую милость, что он в следующем своем воплощении пришел к чистой преданности Прохлада. А эта женщина легкого поведения, она пришла к его, в качестве его супруги. Поэтому это величайшее, величайшее слово Чатурдаши. Это день, когда происходит что-то особое, как, например, тот, как все грехи, они покидают сердце того, кто испытывает особые трудности на пути преданности и обретает бхакти. То есть в этот момент следование Чатурдаши, грехи и все самое неблагожелательное разрушается в сердце. Когда Хираньякша был убит Варахадевом, Хираньякашипу, он разгневался на Вишну и по этой причине стал совершать суровые аскезы. За 60 тысяч лет он стоял вот в такой форме на пальце, на большом пальце стопы, и подняв руки, он молился, совершая аскезы. И однажды даже огонь он появился из его головы, и все начало дрожать. Полубоги испугались и отправились Господу Вишну, объясняя, в каком положении находится сердце полубогам. Все это преданные коровы, или же если кто, они им грозит какая-то опасность, только лишь так, по такой причине Господь приходит, для того, чтобы защитить своих чистых преданных. Поэтому Господь Вишну сказал, что я не в состоянии терпеть, когда причиняются страдания моим преданным. И когда Хираньякашипу достиг результата своих аскез, и Брахма, он даровал ему почти бессмертие, выполняя все его требования. И когда он получил благословение, что он не умрет ни днем, ни ночью, ни на воздухе, ни на земле, ни днем, ни ночью, никаким живым существом в этом мире, никаким оружием, ни в какой-то месяц, ни внутри, ни снаружи. И когда он получил все эти благословения, и тогда Хираньякашипу, он практически обрел бессмертие. И таким он изгнал всех полубогов и также сел на место Индры. И полубоги, они совершали става и стути. И Шри Прохлада Махарадж, когда пришел, вы уже слышали много раз историю о том, как Шри Прохлада Махарадж пришел в этот материальный мир. И после того он поступил в Гурукулу по просьбе Хираньякашипу. И у него были учителя Шанда и Амарка. Амарка означает обезьяна, которая всегда
Какое учение мы обретаем с помощью материальных знаний? Как заработать деньги? В школе, в колледже, в университете обретаются эти знания для того, чтобы обрести профессию, с помощью которой можно зарабатывать деньги. А гуру, гу означает темнота, а ру – это свет. Это свет, божественный свет, знание, которое рассеивает темноту невежества и дарует духовные знания, видья-гьяну. А материальные учителя, они даруют материальные знания, как существовать в этом мире. Хари Кришна. И затем Хиранья-Кашипу спросил Шри Прохлада Махараджа: «Скажи, откуда ты обрел такой высший разум, такие сокровенные знания? Все созидание находится в страхе предо мной, а ты совершенно бесстрашен и не боишься меня, что я могу убить тебя?» Сейчас начнется Абишек, праздничная программа, и все уже готовятся к этому. Откуда же ты обрел это могущество? Кто тебе даровал это могущество? Это Ваше Прохлада Махарадж ответил: «О, отец, все могущество, которое ты обрел, это также является источником Вишну, который является Вишну. Но ты не можешь это могущество использовать правильным образом». И тогда Хиранья-Кашипу разозлился на него и сказал: «Где же твой Бхагаван?» Шри Прохлада Махарадж ответил: «Он повсюду, он всепроникающий, всезнающий, всеведущий, он везде». И тогда Хиранья-Кашипу сказал: «Что он в этой колонии? Покажи мне своего Господа, чтобы я мог его видеть вот в этой колонии». Для того, чтобы защитить слова своего чистого преданного, Шри Нарасимха Дев, он появился в колонии. И как преданные Шри Бхагавана говорят о том, что он находится везде. Шри Прохлада Махарадж, когда произнес эти слова, Хиранья-Кашипу обратил эти слова к Прохладу Махараджу своим кулаком, он ударил об эту колонну. Колонна разрушилась, и Шри Нарасимха Дев появился перед взором Хиранья-Кашипу. Когда Шри Нарасимха Дев явился, Хиранья-Кашипу очень испугался, увидя его божественный образ. Наполовину он выглядел как лев, наполовину в человеческой форме. И он подумал: «О, это он необычный, совершенно необычный». Он пытался атаковать Шри Нарасимха Дева. Это было самое время, это были сумерки, это было как раз вот это самое время, потому что это был... Почему-то, что ночью обычно всегда демоническое могущество увеличивается. Но Шри Нарасимха Дев, он появился именно не днем, не ночью, он появился в сумерке. И он взял этого Хиранья-Кашипу и на своих коленях он пытался разорвать его грудь, но тогда Хиранья-Кашипу сказал: «У меня благословение, что я не могу быть убит ни днем, ни ночью. Как ты можешь меня убить?» Тогда Нарасимха Махарадж сказал: «Сейчас не день и не ночь, потому что сейчас сумерки». И затем Хиранья-Кашипу сказал: «Я не могу быть убит ни внутри, ни снаружи». И тогда Нарасимха Дев сказал: «Мы находимся на пороге». И тогда он сказал: «Я не могу быть убитый ни в какой месяц». Он сказал: «Сейчас Пурушоттам месяц, который,
как это? Никто из живых существ не может убить меня. Он не как бы живое существо. И тогда Нарсимха Дев сказал: я не похож ни на какое, никакое творение, которое мог сотворить Брахма вот в этом виде, в котором ты видишь меня. И тогда Нарсимха Дев и Хираньякашипу сказал: ну, я не могу быть убит никаким оружием. И тогда Нарсимха Дев показал свои ногти, и он сказал, что я своими ногтями разорву твою грудь и убью тебя. Ищи Нарсимха Дев, он сидел на симхасане, которая принадлежала Хираньякашипу на самом деле. Это было... На самом деле Хираньякашипу, он являлся проявлением Джая-Виджая, чистые преданные, которым принадлежал этот трон. И поэтому по полному праву Шри Нарсимха Дев находился на этом троне. Но после того, как он расправился с Хираньякашипу, он очень разгневался. Огонь начал исходить из его божественного тела. И все начало дрожать. Все находилось совершенно беспокойство. Полубоги все очень испугались. Шанкар, когда он увидел поднятую бровь Шри Нарсимха Дева, он точно же убежал. А когда Нарсимха Дев посмотрел на Брахму очень гневно, в таком смысле, что ты даровал благословение этому демону Хираньякашипу, Брахма, он также убежал. Все обратились к Лакшми, которая является возлюбленной супругой Господа. Но когда она увидела его форму, его свирепый вид и рычание, которое исходило от Нарсимха Дева, она очень испугалась и также убежала на Вайкунтху. И тогда Шри Прахлада Махарадж, он стоял смиренно, сложив ладони, испытывая совершенное бесстрашие. И тогда все приблизились к нему и сказали: пожалуйста, успокой Шри Нарсимха Дева. И без всякого страха он приблизился к нему. И сразу же Нарсимха Дев взял его на свои колени. И он сказал: Шри Прахлада, о, пожалуйста, прости меня за то, что я подверг тебя таким испытаниям, когда твой демонический отец хотел убить тебя. Тогда Шри Прахлада Махарадж сказал: эта форма льва для детей, она является совсем родительской. Почему? Как, например, я обожаю твою форму, я совсем не боюсь тебя. Я лишь только боюсь вот этого материальной жизни, которой я не хочу жить этими материальными принципами. Пожалуйста. И тогда Шри Нарсимха Дев сказал: проси любого благословения. Шри Прахлада Махарадж ответил: я не бизнесмен, я не хочу ничего иметь взамен. Но Шри Нарсимха Дев настаивал, он тогда сказал: пожалуйста, освободи моего отца от греховных реакций. И это Нарсимха Дев сказал: 21 поколение чистого преданного, оно уже освобождено. И тогда Шри Прахлада Махарадж сказал: пожалуйста, даруй мне все грехи всех живых существ этого материального мира, чтобы я мог освободить их от их греховной реакции, взять все на себя. И тогда Нарсимха Дев сказал: тебе не нужно брать несчастье, грехи всех джив этого материального мира. Я освобождаю тех, которые участвуют в этом празднике, день явления Шри Нарсимха Дева, слушают Харикатху и прославляют его божественные деяния. Они одновременно и избавляются от всех грехов и становятся на путь бхакти. По милости Шри Бхагавана Нарсимха Дева. Хари Кришна. Namaste, 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 namaste
मेरे हाथ में अपना मठवाला नहीं है क्या कौन सा वाला ये रसीन वाला है हां रसीन वाला है हां नर्सिंग वाला ठीक से दिखा नर्सिंग वाला अरे जी हमारा मठवाला है